смотри сюда. Да. Народ, привет. Народ, привет. Смотрите, какой у Наташи ореольчик. Симпатичный, да? У меня какие очечки. Ху-ху. Ху-ху. Новый год скоро, да. С наступающим вас. С наступающим. Наш вам подарок. Мы приехали сегодня на GBR, на Jumeirah Beach Residence. Это пляж такой. Снять прикольное шоу. Сразу спойлер, это будет шоу дронов. И я надеюсь, вам оно понравится. Мы, честно, офигели. Очень классно, очень здорово. В общем, приглашаем вас к просмотру. Смотрите видео, ставьте лайки, комментируйте. Мы офигели, это реально круто. А я получила наслаждение, потому что Оля любит это слово, а я получила наслаждение. Перевожу на русский. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Поехали смотреть. Давай. С нами. Идем. Кстати, народ, обязательно посмотрите следующее видео, как мы добирались сюда. У нас просто была борьба с проститутками. Они не давали нам прохода. Я не буду снимать маску, чтобы меня не узнали. И хотели стереть видео, но все нормально, видео будет. И красивые виды GBR. Все вам покажем в следующем видео. А в этом видео шоу дронов. Вот один из них, кстати. Классные очки. Между прочим, Гуччи. Цвета-то Гуччи, да? Да. Все, поехали смотреть дронов. Ну что, пару минут до шоу, уже женщина приятным голосом здесь огласила, что шоу дронов, на этот раз можно сказать, сделать спойлер, что шоу дронов скоро, буквально через пару минут. Наташ, в ожидании? Я все ем. Наташа все ест мороженого, а мы все в ожидании дронов. Замерла. Так, взлетают дроны, поехали. Где они делись? Летят на работу. Какие ты была права? Вот этот как луч, да? Этот луч это и были эти дроны. Да, 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 да. 6, 5, 4, 2, 1. Погнали. И да, но они все ближе. А они точно добрые? Ух ты! Включила, пока я их вижу. Ну пока как-то, ну. Моя камера не берет. Давай. Ну давайте что-то интересное, это пока как-то странно даже. Странно даже мне. Летают, летают они, камера их ловит. Серьезно? Это пыль летает. Оу. Это песок и пыль. Это песок и пыль у моей камеры. Ну да, хорошо. Увеличила, наверное, на дроны это где? Да. Нифига себе. Смотри, когда у нас пылюка на GBR. Ну люди ж ходят, поднимают пыль. Ну. А где ну, вот они уже прилетели и как-то должны выстроиться. Да? Ну, наверное. Вау. Да ладно. Птица. Скорее всего, этот ястреб, символ Эмиратов. Да ладно. Это страшно. Как-то она близко. Птичка. Прикольно. Экспо 2020.
Вот это круто. Ой, это, смотри, как тебе? Как тебе? Отлично. Чу. Видишь, разные изменилось. Класс. Просто суперстар. Вот, кстати, еще небольшая часть шоу, да, Glass Ain, знаменитая, самая большая. Большое колесо, да, обозрения. Каруселька в мире, большое каруселька. Колесо обозрения. Многие блогеры уже показали, мы пока сюда не идем, но мы вам показываем само шоу на карусельку. Это цвета флага Эмиратов, красный, белый, зеленый, черный. Ну и тут еще карта мира показывала, всякие такие штучки веселые показывают. Герб Эмиратов. Глаз, глаз. Да? Нет, это как музей будущего. Слушай, показался глаз. И парус до этого был. Народ, просто понаслаждайтесь этой картинкой. Просто бесплатно приходите на пляж Джубейр. Джумейра Бич Резиденс. И вообще класс. И даже, днем, и вечером. Даже если денежки нет на колесо, просто вот насладитесь. Прям лучи идут. Из какого-то это вот порт, там корабли. В общем, ну интересно. Лайнеры, ну, да. Это какие-то вообще океанские лайнеры, я не знаю. Там, я не, круизные. Там этажи, круизные, да, ну круизные, только это я не понимаю. Это просто там... класс. И люди, это которые смотрели 20. С нами шоу. Вообще классно. Да вообще здорово. Ну, сказка такая вот. Господи, 2 года назад, по-моему, тут вообще песок. Тут вообще ничего не было. Но мы катались на кораблике, и было это колесо только строилось. Да, только что. Так это все насыпное. Никакого да. острова здесь не было. Это все искусственно построилось. В такой красоте мы сидим и вам показываем. Ну это все жилые дома. Так, что, Олечка, выбираешь? Хай. Хай. Наверное, помаргранат лемон попробуем, потому что мы не пробовали его. Ого! А это не будет слишком кисло? Не знаю. Или, ну, манго, оранж. Ну, мы пробовали манго, и оранж тоже вкусный, я не знаю. Помаргранат лимон. А это, маленькие размеры и 35 большой. А, вот это маленький, да? Ну, да? А я думала, это разные просто вкусы. Это маленький, а это большой. Так возьми большой, нет? Ну, не знаю, как бы маленький. Ну, смотри, ладно, ладно, ладно. Окей. А, тут смотри, а тут еще какие-то шейки или что это такое? Напитки, смузи, смузи. Значит, а сколько? 25 каждый? Ну, да. Ну, а есть обычную пару. Помаргранат. Помаргранат? Да. Да. А что это еще такое? А, кукуруза. Так, а это показывают, из чего делают. Они уже все за тебя, наверное, сделали. Да, лайм, что это, тростник, и сок, да, имбирь. Это имбирь и опять лайм, да? Ну да. И кока-кола, куда же без нее, ладно. Вот, вот уже и сделали. Вот такая вот вкуснотень нас ждет. Я надеюсь, что будет вкусно, потому что когда-то в парке цветов мы пробовали манго или оранж. Я уже не помню, может, и ананас мы пробовали. Чек, да. Мы потом возвращаем чеки, нам возвращают деньги. Шутка. Это была шутка. Попробую. Зачем мне зонтик дали? Для усиления вкуса? Почувствую себя на райском острове. Подожди, подожди, не подходи ко мне, не подходи, ты так прямо в камеру. Да, давай. Это вкусно. Вкусно? Это мороженое просто... А передайте оператору, то оператор... Покушала. Поела Олечка мороженое. Куда можно звонить? Ага. Это жвачка Педро. Да, Наташа в следующем видео будет есть турецкое мороженое. Это же прикольно. Слушай, реально, как вкусно. Лора, хочешь? А? Теперь я уже что хочу. Ну, мне этот нравится. Я опять сейчас выберу что-то такое. Это. Ну, надо лучше покушать пару рожек этого и все. Да. Хватит. Кроме Наташи, сэкономим деньги. Идем. На мне сэкономили. Вы увидели там яркие цвета. Я предлагаю пойти прямо. Всякие яркие детские развлекательные. Да. И посмотреть. На меня смотрят подозрительно дети. Иди, иди, да. Ты в очках, просто я зонтик выберу. Зачем? Дай мне, я хочу зонтик. Ну что ж ты делаешь? Дина. Нормально? Боже мой, какая прелесть. За такой зонтик в детстве могли убить, если бы ты выбросила. Очень вкусное мороженое, да? Я не знаю, что там... Не, ну, наверное, что-то есть натуральное. Очень вкусно. Вот, и наш желтый друг тоже
идет. Да, Тима, давай покормлю его тоже немножко. Ну дай я, ну дай. На, тебе на. Боже, какая жадная. Тебе на. А ему делать уже. Ну, желтый друг, тебе нет. Нема. Так, сейчас даем и включимся снова. Дошли мы до развлечений. Тут развлекаются детки. Прикольно, что машинки светятся. Да, наше будущее. Это не впиляется вам в этом. В ногу. Думаешь? Во имя его увидения. А, вы увидите, что с вами усталость, да? Да? Так, ну и здесь сеть кафе, ресторанов, Папа Роти, что это? Чавка. Чё? Саха, Чаха. Чаховка. Ара. А, это купальники. Кому нужны купальники, пожалуйста, заходите. Так, а вот там суши-арт. Налево, налево, налево. Так, что тут такое? Кукас? Не знаю, кто такой кукас. Кто знает, пишите. Кукас? Да. Кукас. Это тоже это... А, это развлечение для деток. Развлечение для деток. Так. Это реально замороженная корочка лимона. Да? Его можно съесть? Ну, да. Вот. Но оно очень... Замороженное и холодное. Еще куда размер лимона какой здоровый, да? Не могу понять, да? Что это. Ух ты. Прикольно. А что ты выдавливаешь? Нет, просто что я эту вот шкребу, думаю, а во что мне вообще... Оно не заканчивается, да? Положили. А, натюрель. Окей. Ну, называется помар-гранат лимон, да? Да. Хорошо бы в гранат положили, да? Ой, смотри, в этом заведении какой... Кто это? Санта-Клаус? Святой Николай? Какой красивый! Здравствуй! Сыграй на саксофоне. Убранство, конечно, у тебя замечательное. Какая елочка! Класс! Украшено. Там на улице все сидят люди, кушают. Здесь вот такие можете кексы новогодние купить, рождественские. Hi, hello. Пойдем дальше гулять. Так, розовая соль, да? Pink salt. Ну, это для женщин красота всякая. Давай посмотрим. Ой, девушки идут опять. О, красивое платье. Так. Пані Ольго, ви їсте? Да, базарчик. Ух ты, это что это? Это фонтан? Базарчик? Ну, идем посмотрим. Дорогие ненужные вещи. О, смотри, ты кроссовки хотела. 350. Это что, Adidas или кто это? Это натуральные? Это вот эти, которые модные, да? Цене это, да. Adidas физики. Вам нравится? Пишите. В чем в них интерес? Ну, слушай, они плотные. Ну, может, удобные. Смотри, у них нету языка вот отдельного. Они, получается, все цельные. Hello. И просто завязываются, фиксируются. Прикольно. Может, и удобно. No, madam, но, а вот. 350. 350. It's brand? It's yes, it's our brand. А, it's your brand. But same looking like Adidas. Ага, ага. А это Emirati brand? А, окей, сеньки. А how much this? 300. Ага. Understand. Brand 350, but cost 300. Окей. Look like joke. No, Adidas, like the price, like 3,000, 5,000, 6,000. Ага, слышите, он говорит, что значит, если вы пойдете в Adidas, то это будет 500 стоить дирхам. Понятно, сеньки, шукран. And we have Madame Beautiful, train, organic. Ага, и здесь еще, значит, косметика, что это? Right. What is it? It's primer, cream, shea butter, как у нас, very good. Ага, skin. Мне just, что-то just здесь rub it in your hand. Сейчас намазали. No, no, just rub it like this, madame. Cream, just rub it. Ну, I make... You see the skin is coming soft, you can use face, body, hair, makeup, it's very nice and good quality. Like baby face, yes? It's more than that one, like you can remove makeup, you can use in the sun, uh-huh. You can use in the hair, in the body, the skin, for everything. It's organic, no Запах chemical. Приятный. This is the smell вот, Chanel with coconut. No, 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 no
Сейчас будут рассказывать цену, что сегодня. Ой, ложка упала. А я не доела еще. А. Она грязная. Что теперь делать? Ну не плачь. Пойду за ложкой. Все, Наташа пропала. Сирия. Видео про дроны и про шопинг. Сирия, Сирия. Олив ойл. Pure olive oil. Ну не пахнет совершенно. Ну интересно, легкое такое. Since you can watch. $25 Оливковое сиро. Как мое мороженое, смотрите, которое я не доела. Ну сейчас ложку вытру, как бы, ну, блин. Тоже оливковое. Да. О, хорошо. Ну это как оливковое. Миля, а вот и скепинг. Вот скепинг. Что там за вопли такие? Many people. No. Может, свадьба якась. Люди бегают, орут. Ну, бывает такое. Ну, класс, классно здесь. Классно. Такое уже новогоднее совсем настроение. У мальчика все есть. Вот Хан Эль Сабун. Все, Наташ, держи. Да. Что ж, как тебя спасать? Дорогой мой человек, вайфай, я просто ложку проклею, все. Быстро поднятая не считается упавшей, да. Я поняла. Так, я предлагаю больше никуда не подходить, не спрашивать, потому что только сегодня, только сейчас. Запах, конечно, реально приятный, я не знаю, что там намешано. Хороший силикон в этом кремушке, ну и поэтому гладкая кожа становится, скользит и так далее. Ну, не за 100 дирхам силиконы покупать. Вот, все, что я хотела сказать. А что здесь? Слушай, а помнишь, парень шел с алжирским флагом? Может, там какой-то футбольный матч у них был, не? Чего он так рады? Ну, я бы с флагом Алжирии как-то, не знаю. Боже, мне показалось, что люди идут в это, идут по воде. В воде, а это, кажется, не рядом. Вот тут такой... Вот, смотри, я чистенько... Вода, бассейн. Вкус лимона чувствуется. Что я должна показать зрителям? Вкус лимона чувствуется, реально. Сейчас я уже ем не подожди. Гранат, а лимон. Уже реально, уже ем лимон. Ну ты наелась, вот скажи, этой порции? Да. Нормально. То есть, в принципе, это нормально, как полтора шарика, да, наверное? Мороженое, да. Нет, мороженое очень вкусное, оригинальное. Если, конечно, будет предоставиться возможность, не пожалейте на себя денег. Попробуйте, чтобы вот, иметь свой... Да, прилично. Да, это прилично. Но не пожалейте денег, сложите свое мнение. Ну или, конечно, делайте, что хотите, что вам душа подскажет. Слушай, а посмотри. Как тортой пахнет, жесть. Ну это правильно. А посмотри, дерево как в воде. Ну есть в воде, по-моему. Оно в воде посажено. Класс. О, это прикольно. Ну, вот здесь такая ярмарка, развлечения, люди ходят, люди покупают, люди развлекаются, люди кушают, вот детки играются. Ой, может и мы... Ромашка, я хочу Чуню-Муню. Что надо сделать за него? Ой, это ж Йода, это Йода. А что надо сделать, сколько это стоит? Ага, еще и попадать надо уметь. Я поняла. Я думаю, что они еще и тяжелые. Хочу купить билет и поиграть в такие игры. Давай просто по-короткому покажем видео. По-быстрому, как выигрывается, покупаешь квартиру для этого. А классно такой подвешенный Йода. А повесили, что не потрогать. Ты знаешь, он
классно здесь. Когда приносишь домой в свои 10 квадратных метров, ты понимаешь, что он будет жить там, а ты где-то не там. Смотри, девочка бросает, оно вылетает просто. Это очень... Может, там воздух идет? Очень тяжело. Не, ну если так... Правда, вон люди что-то выиграли какие-то. Это в Global Village, все идут со страшными игрушками. Да, в Global Village страшные игрушки, а здесь такие еще симпатичные. А вон, смотри, вон, кстати, цены. Там. Ну, цены. Вот кто-то ослика выиграл, а ослик симпотный. Ослик симпотный. Вот еще. Еще пробуют. Это кто-то в грушу будет. В общем, такие здесь развлечения, народ. А вот еще всякие дедушки Морозы, рыбки. А, это вот фишинг. Олени. How are you? How are you? No, I want to swim there. I want to swim there. I don't want to make fishing. I want to swim. No, today. Рад для меня swim. А тебе заботятся о твоем здоровье. Аккуратно, девушка. Паровозик едет. Паровозик солнышко. Ой, смотри, какие. Вот это вот, это вот такие большие какие-то страшные немножко игрушки, да, или нет? Какие-то как-то и кенгуру, и мишки страшноватые. Это когда в жизни у вас все хорошо, а лимон не хочется кушать, то посмотрите на этого мишку. Да, вообще прикольно. Карусельки. А вот, карусель. А вот люди выигрывают вот таких вот огромных животных. А куда они их? Это вешать на елку. Елки-палки. Елки. Как пошутила Наташа, это как на рождественское дерево вешать. Ох ты, ох ты, ох ты, вот это да. И очередь в кассы, кстати, и всякие другие автоматы. Вот это, конечно, игрулька, это игрулька, класс. А вот где-то женщина, с которой Наташа общалась, выиграла. Ребонт называется. А здесь что нужно делать? Готовьте ваши кошельки. И как попасть сюда, интересно, и как попасть там? Завалить щит? Не, ну, Наташа, если ты такую штуку выиграешь, то где ты вообще ее будешь? Где ты будешь жить, я беспокоюсь? Вот, Хомяк. Ну-ка. А, и мяч должен отлететь. В принципе, это чуть полегче еще. Наташа, смотри. Вот, так смотри, она показывает. Ты кидаешь в эту штуку, оно должно отлететь в корзину. Сейчас посмотрим, как он у мальчика. Обязательно в серединку или нет, или не надо? Нет, вон, ты должна в корзину, вот туда вот, они должны лежать здесь. Я думаю, что оттуда, но должно туда. Ну, правильно, я тебе что говорю. Вот, об этом. А я тебе что говорила? Я тебе не чужая. Вот елки-палки. Ну, сложно, наверное. Это надо институт закончить. Это нужно один раз попасть, что она говорит, ай-яй-яй, так близко. Да ну нафиг, блин. Да это невозможно. Да возможно, вон сколько людей ходят с этими. Возможно. Не-не-не-не-не-не, мы в такое играть не будем. Не дай бог мы выиграем, Наташ. А это все на выбор? Не, ну хомяк прелестный, конечно. И... А на нем сидеть нельзя? Или он один раз сядешь и попробуешь? Ты хочешь попробовать? Нет. Поржать чисто, ну, поиграть. Нет, 12 дирхам и лучше котикам не дадим. Эта игра легче. Не спешите, не спешите, не спешите. Ага. Ну, дайте мужчине. Давайте, ела мужчина, трай. Ёлки, что за издевательство? Мне кажется, туда нужно так настолько легко кинуть, чтобы оно просто упало. Yes, аккуратно. Ой. Ай, привет. Опа, вот это классная тема. Футбол играть хорошо. Да. Набивать мяч, да? Он сейчас мальчик всю грязь здесь соберет, понесет домой. Наташа, сейчас он с тобой поиграет в футбол. Ух ты, какой! Катигорошка. Жуки скоробея в Египте, да, что они там? Да. Вот такой просто. Наташа тоже желает запрыгнуть на того вот хомяка, который висит. Да, но не желает тратить деньги. Вот дилемма. Что же делать? Я в домике. Решите в комнате, это проблема. Мы поиграли, потратили деньги. Подождите, ну давайте, мужчина, нет, мы болеем за мужчину, давайте. А зачем им еще один хомяк в доме? Ну, ай, была близко. Ну попал. Ну, браво. Он не попал, куда? Он за это попал. Не, ну нифига себе.
Это ж куда попасть? Нужно вниз, вниз. Наверное. No. Не-не, спасибо. Потом будем вот с такой игрушкой шляться и не знать, что делать. Да-да-да, прям ты так самоуверенно. Ну а вдруг идем попадем? Так, все-таки мы решились. И это не так легко. Ну да, если бы это было так легко, то все бы уже здесь с игрушками ходили. Сбить вот эти, как бы. Все три, да? Сбить три. А если одним ударом, допустим, две, а потом добить вторым? Блин. А вроде все играют в футбол, да? Ну, Ромашка решилась. И нельзя снимать обувь, сказали. Ну, давай. Ты же у нас профессионал. Так, окей. Спасибо, героям слава. Все? Еще можно пробовать? Ну, так, еще, значит, две. Да? Ну давай. А есть ли у тебя еще игры, да? Ну, сейчас Оля еще попробует. Так, убираем ребенка с поля. Так давай мне карточку. Ладно, давай. Да елки-палки. Ай, безрезультатно, ты не думаешь о львенке. Ну я ж тебе говорю. Все, потратили 24 дирхама. 25-20 с этими. Это котам целый килограмм еды. Все, теперь с тебя целый килограмм еды котикам. Да, согласна. Не расстраивайся, здесь невозможно выиграть практически. Так, сейчас парень будет бить. Так, о, видишь, сбил, смотри, я с первого раза. Я тоже, надо сбить самый низ. И ну, сбить понятно. Две, ну. И сбить две, когда последний. Ну, понятно, я как профессионал, мне все понятно здесь, знаешь, мне же отсюда виднее. Ну, все, только два удара? Да, о, мой гад. По 6 дирхамов за один удар, господи, за свои деньги еще это? Все, хватит разводить людей, пошли отсюда. Ну все, ты выиграл, ты победитель. Тебя все, покатать очень... на карусельке? Отвечаю. Покупать кроссовки. Новые кроссовки не развалились, нет? Народ, ну вот такое сегодня видео. Наташа в очках, дроны, карусели, мороженое вообще. Все такое интересное, это Дубай. Это Дубай, это GBR, это дроны еще раз. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо, всем пока. Всем добра, радости, счастья, удачи, целуем, обнимаем. Пока.